небольшой бизнес организовали два северодвинца и житель Санкт-Петербурга. Молодые люди занимались торговлей метамфетамином. Психостимулятор доставлялся петербуржцам. Молодые люди его фасовали и распространяли, но однажды попались на продаже 10 граммов. Затем в квартире одного из подозреваемых нашли еще 150 граммов наркотического вещества и, наконец, вышли на жителя северной столицы. Теперь наркодилерам грозит лишение свободы на срок до 20 лет. От происшествия этого водителя спасла быстрая реакция. У 8-тонного грузовика МАЗ на Архангельском шоссе неожиданно отвалилось запасное колесо. Его вес несколько десятков килограммов, оно едва не угодило в лобовое стекло. Все, и убийцей хочешь стать, что ли? А если бы я не увернулся, оно прилетело бы прямо в лоб. Что стало причиной происшествия, преступная халатность или техническая неисправность, неизвестно. Еще одно видео стало источником эмоционального обсуждения в интернете. На записи с видеорегистратора зафиксирована машина для пробной поездки. Белый «Шевроле Нива» принадлежит одному из автомобильных дилеров города. Куда так спешит его водитель, неизвестно, но его маневр едва не становится причиной ДТП. Volkswagen Passat вынужден уйти на встречную полосу через двойную сплошную. Между тем, ГИБДД напоминает, они принимают фото и видеоматериалы как доказательство вины, но просят жителей проявить активную гражданскую позицию и не бояться писать заявление. Ведь нарушители правил часто представляют угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.